Есть ли на свете большее чудо, чем рождение малыша? В жизни Юлии Лопатиной счастье случилось в новогоднюю ночь. Ее долгожданный первенец Рома появился на свет спустя 10 минут после боя курантов. Вес 4 килограмма 20 грамм, рост 52 сантиметра. Как признается молодая мама, роды были запланированы на последний день года. Было страшно, потому что это первый опыт. Но в самих родах это счастье. Оно стоит того испытать все это. Да, как бы были болезненные схватки, мы прекрасно с ними справились, мы помогали друг другу, и теперь я самая счастливая мама. Спустя 4 дня – выписка. Самое радостное событие, которое точно запомнится на долгие-долгие годы. С трепетом в душе и со слезами на глазах Юлию Лопатину встречают друзья, коллеги по работе и бабушки. В руках букеты, на лицах улыбки. Чудо произошло, очень радостное событие, мы все рады. Довольны, прыгали от счастья и плакали. Новогодняя ночь для врачей Бобруйского роддома прошла спокойно и в штатном режиме. Помимо Ромы здесь появились на свет еще два малыша – девочка и мальчик. Мамочки рожали третий раз. Девочка родилась весом 4,420-53 сантиметра, а мальчик родился 3 килограмма 700 грамм 53 сантиметра, 5,50. Всего в стране родились 54 ребенка. Первый мальчик зафиксирован в Калинковичах сразу через 2 минуты после боя курантов. Появление малыша в новогоднюю ночь – это не просто двойной праздник для родителей, а настоящий подарок судьбы. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.